Это тот, кто нашел свою любовь. Перед тем, как становиться мужем, сначала это мужчина, который, ну, как встречается с девушкой. Он дарит ей цветы сначала в кафе, а потом конфеты. Мужчина, который... Она девушки. Ездит на закат посмотреть. Бывает в горы, бывает делать всякие сюрпризы для невесты. Дарить кольцо. Он встречается с девушкой. Он ей дарит цветы, конфеты.